Будет разработан порядок осуществления инвестиционной деятельности государственными структурами. Этот вопрос нашел отражение в указе президента Ильхама Алиева о применении закона об инвестиционной деятельности. Согласно указу, Кабинет министров в пятимесячный срок должен подготовить и представить президенту Азербайджанской республики проект порядка осуществления государственными структурами инвестиционной деятельности. Кабинету министров поручено в трехмесячный срок представить главе государства предложение по цифровизации и предоставлению инвесторам услуг, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности на основе принципа одного окна, а в пятимесячный срок предложение по стимулированию инвестиционной деятельности.